Джен Псаки больше не будет веселить публику абсурдными высказываниями. Официальный представитель Госдепа США уходит работать в Белый дом. С 1 апреля, и это без шуток, она станет директором по коммуникациям Барака Обамы. На новом месте работы ей предложили гибкий график, потому что скоро Джен ждут еще более важные перемены. В июле она станет матерью. Самый известный комментарий Джен, противоречащий здравому смыслу, изучил Иван Беляев. В каком-то смысле Джен Псаки крупно повезло. Мало кто из деятелей зарубежной политики или дипломатии удостаивался такого внимания от пользователей российского сегмента интернета. Официальному представителю Госдепа не просто удалось обрести популярность в социальных сетях. Она может смело называть себя их звездой. Так называемые фотожабы с ее участием появляются настолько регулярно, что сама Псаки уверена, она стала жертвой российской пропаганды. Впрочем, своеобразный имидж спикера внешнеполитического ведомства США, прежде всего, дело ее собственных рук, а точнее слов. Все ее абсурдные высказывания не перечислить. Было, например, вот такое, про газ. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию. То есть наоборот. А вот еще одно не менее громкое и популярное заявление. Прозвучало в диалоге с журналистом Associated Press Мэттом Ли, давним любителем задавать Псаки каверзные вопросы. Речь о нежелании Вашингтона признать результаты референдумов на юго-востоке Украины. Тут-то Псаки употребила загадочное, в том числе для нее самой, слово «карусель». Были сообщения о выборных каруселях, заранее заполненных бюллетенях, о голосовании детей и голосовании за отсутствующих. Простите мое невежество, а что такое выборная карусель? Я просто читаю этот текст, я сама не знаю, что это, и уточню у своих коллег, о чем идет речь. Обещание уточнить у коллег или начальства – вообще ее визитная карточка. Правда, нельзя сказать, что Джен Псаки чужда самокритика. Однажды, после вопроса об оправдательном приговоре бывшему президенту Египта Хосни Мубараку, она разразилась длинной и при этом бессодержательной тирадой, что сама и признала. Правда, перед этим забыла выключить микрофон. Часть про Египет была просто нелепой. И это далеко не все. Так, по версии Псаки, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд научилась нецензурно ругаться, причем по-английски, на борту советского судна. Иногда она смешила зрителей даже молча, например, когда поднималась на кафедру в одном сапоге, как потом оказалось, ортопедическом, или когда позировала на камеру в подаренной российскими дипломатами шапке-ушанке розового цвета. Да и в ее личной жизни без курьезов не обошлось. Говорят, что ее будущий муж в свое время позвонил в пресс-службу Демократической партии. Хотел узнать, как проехать на мероприятие. Псаки же отправила его в противоположную сторону. Так и завязалось знакомство. Кстати, сейчас пара ждет ребенка. В Белом доме уже сообщили, что именно беременность стала причиной ухода представителя Госдепа на новую работу. Иван Беляев, Елена Копылова, Шамиль Кирашев, Вести.